Более 1000 административных производств возбуждено административно-технической инспекцией в отношении ДУКов и ТСЖ за этот зимний период. Сегодня специалисты административно-технической инспекции проводили рейд в Сормовском районе. Дворники работают очень хорошо, но трактор у нас приезжал крайне редко, и машины припарковать крайне невозможно. Сами выходили, копали. Лопатами, то есть, чтобы парковочные места почистить невозможно было. Конечно, мало техники, Жеки, очень мало. Приходится, вот сегодня, видите, дорожку почистили. Бывает, что и нет, но техники из-за того, что говорят, мало техники. У нас уже с начала зимнего периода в отношении именно управляющих компаний ТСЖ возбуждено 1039 административных производств. Именно за содержание территорий. То есть не очищено до твердого покрытия от снега и наледи территории. В первую очередь должны очищаться дворы и пешеходные тротуары, пешеходные дорожки. То есть пешеходные дорожки у нас очищаются к 7 утра, так же, как и дворы. Территории должны содержаться в соответствии с правилами благоустройства города Нижнего Новгорода и закона о чистоте и порядке Нижегородской области.